Добрый день! Мы с вами на канале Топ Сад. И сегодня у нас тема о подготовке почвы для выращивания рассады с помощью препаратов Флоре С и Фитоп Флоре С. Землю мы купили в магазине для рассады перцев и баклажан. И вот сегодня будем эту почву с вами делать питательной и полезной для наших растений. Итак, чем же мы будем улучшать нашу почву для рассады? Прежде всего, сначала будем пользоваться препаратом Флора С и затем препаратом Фитоп Флора С. Это Флора С сухое торфогуминовое удобрение, повышает иммунитет, стрессоустойчивость и стимулирует рост растений за счет входящих в его состав гуминовых кислот. А препарат Фитоп Флора С – это тоже сухое торфогуминовое удобрение. Это и удобрение, и лекарство в одном. Содержит монобактерию, которая защищает растения от грибковых и бактериальных болезней. Следующий этап у нас такой. Рассыпаем землю на столе и будем улучшать ее с помощью гуминовых кислот. Прежде всего, сухие торфогуминовые кислоты мы из них готовим рабочий жидкий раствор. Это получается вот такой вот препарат Флора С концентрат и препарат Фитоп Флора С тоже в жидком состоянии. Теперь нам нужно взять 3 столовые ложки жидкого раствора Флора С и растворить в пол-литра воды. Но обязательно вода должна быть не хлорированной, лучше кипяченой воды. Итак, мы приготовили раствор Флора С для обработки почвы. И это количество раствора используется для 10 литров воды. То есть вот 2 пакета мы использовали. И теперь делаем такую горку, небольшую лунку сверху, и начинаем понемножку поливать землю. Надев перчатки, мы будем эту землю перемешивать. Если земля очень сухая, то можно воды для подготовки раствора добавить чуть больше. Итак, земля для подготовки рассады у нас готова. Ее можно переложить в ведро, и в таком состоянии она должна постоять где-то 2 недели. Ну, можно сократить сроки, возможно, и неделя. После того, как прошло 14 дней после обработки почвы раствором Флора С, мы будем использовать препарат Фитоп Флора С. Это от болезней, от грибковых и бактериальных болезней. Готовим рабочий раствор. И точно так же, как с Флора С, поливаем аккуратно на нашу землю, подготовленную для рассады. И потом эту землю руками вот так перемешиваем. И это почва у нас стоит тоже 14 дней. После 14 дней можно высаживать уже растения. Итак, удачи на даче. Готовим
плодородную почву для наших растишек. Хороших всем урожаев! Подписывайтесь на канал Топ Сад. Мы всегда рады новым друзьям!